Ну что, традиционно, если вопросы, спрашиваю. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то всем пиши. Всем хорошего настроения, отличного дня. Вдруг какие-то вопросы возникнут. Да, Татьяна? Да, я хотела спросить. Вот я следующий месяц опять утро у меня занятия. Да, то есть, конечно. Ну, как бы это нормально, если не получается вечер. Как бы, мне кажется, нормально. Что, в принципе, работы достаточно, и то, что у нас нет встречи офлайн, в принципе, здесь есть что делать. То есть, вот, как бы, это нормальный процесс? Значит, смотрите, Татьяна, на самом деле это нормальный процесс, потихоньку-потихоньку приходит понимание. Я каждый раз стремлюсь, с одной стороны, как применить разные образы и по-разному немножко построить технику и практику, и объяснить какие-то те нюансы, которые непонятны. Всегда в любой момент времени можно задать вопрос, и я на него как бы отвечаю. Плюс на YouTube есть как бы ответы на вопросы, которые часто очень повторяются у нас. Просто пересмотреть. Вот. И по ходу практики они по чуть-чуть вот эти нюансики начинают становиться понятными. Просто когда офлайн встреча, там проще, там чуть-чуть как бы подкорректировал, не приходится столько много образов и мыслей, ну, применять, чтобы попытаться объяснить, донести. Потому что у кого-то кто-то больше визуал, кто-то больше как бы тактильные ощущения, у кого-то еще какие-то вещи. Но каждый раз вот, наверное, многие для себя отмечали, что по ходу практики какое-то слово или какой-то нюанс постоянно, ой, вот что-то новое открылось, что-то новое. И посредством того, что мы направляем внимание на себя и ощущаем в первую очередь себя, то вот эта техника и практика, она потихоньку укладывается и выравнивается, выстраивается. Потому что по мере того, как раскрывается тазобедренный, то есть ощущение дыхания, внимания, потому что очень много точек внимания, очень много нюансов, они мягенько-мягенько потихоньку устраиваются. Поэтому это лучше, чем вообще ничего не делать. Поймите, посредством того, что вы делаете, вы направляете внимание в себя, к себе. И вот это вот ощущение внутреннего, внешнего, многих вещей здесь укладываемся. От медитативных практик до декомпрессии суставов, профилактика дыхательной системы, движение лимфы, жидкости, плюс статика, внутри этой статики еще динамика. То есть это, ну, можно сказать, совершенно разные комплексы, но мы их вот объединили в одно. И постепенно-постепенно оно будет одно другое выравнивать. Почему? Потому что здесь совмещено расслабление, совмещена динамика, совмещена статика, дыхательные все эти вещи. И оно постепенно то там немножко лучше, то там, то там, то там. Поэтому важно прислушиваться к ощущениям. Почему я говорю, что комфортное, удобное положение. Если вы чувствуете, что где-то зажимается, обратите внимание, что не там проблема, допустим, зажалась где-то в спине. Ищите с левой стороны, чуть выше, чуть ниже, диагонально. И вот постоянно посредством такого внутреннего постоянного внимания и обращения постепенно все это будет как бы выстраиваться, выравниваться. Так что просто потихоньку двигаемся. И ощущаем, чтобы, да, хорошо, не было дискомфорта. Я просто чувствую, что все равно есть позитив. Ты, ну, как бы внимание, концентрация, понимание, поэтому буду продолжать, но утром. Спасибо огромное. Да, спасибо, конечно, всем. Как бы. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, то пишите в любом случае как бы в чате какие-то вопросы, то, значит, буду отвечать либо на следующих занятиях, либо в чате отвечать. Всем хорошего дня, ну и до встречи теперь в пятницу вечером и в субботу, воскресенье утром. Спасибо. Пока-пока.